Итак, всем привет! Сегодня понедельник, 21 сентября. На улице Дубак, 4 градуса всего. Через час, наверное, будет дождь. А мне пофиг, я поехал в лес за грибами. Хочу посмотреть опята. Ну вот, добрались мы опять до наших любимых кудряшей. В принципе, погода еще пока нормальная. Так что будем сейчас собирать грибы. Возник вопрос, что вот это вот за дерево? Кто знает, пишите в комментариях. Такое вот гладенькое. Такая вот кора у него. И вот такие вот листики. А вот и первые грибы на сегодня. Но это, скорее всего, опять переросший грусть. Да, старый. Вот еще какая-то кучка. Здесь нет ничего. Вот, ребят, смотрите. Прям мелкие-мелкие только начали вылазить. Такие мы не будем собирать. Здесь дня через два, через три их будет прям вообще. Вот эта вот вся березка высеянная. В общем, друзья, похоже, сегодня мы рано приехали. Потому что вот только-только вот такие вот попадаются. Все усеяно, но только-только маленькие такие. Дня через три тут вообще шикардос будет. Вот тут вот на одном пеньке сразу же ложные растут. А вот здесь вот нормальные. Вот непонятный гриб какой-то. И вот еще семеечко. Смотрите, какая красота. Но вот эти вот, если таких набрать ведро, вот эти вот уже более-менее такие, что на маринад, получится такая обалденная закусочка к водочке на Новый год. О, вот эти вот можно собрать уже. А вот это вот, ребята, супер опенок мне попался. Вот не поверите, вот моя рука. А вот это вот опенок. Смотрите, какой огромный. Вот эти вот уже более-менее. Такие можно срезать. Вот смотрите, какие вот красивые деревья кривые. Стою в низинке. Кому-то повезет. А, ну вот смотрите. Прям чуть ли не на каждом дереве. Такие вот семейки. Вот они спрятались. Здесь вот еще. Вот. Помнится, кто-то со мной спорил, что на соснах опята не растут. Вот, ребят, вам прямое доказательство того, что сосновый пенек. И вот они, опята. Такая вот красотища. Опят на нем нету. А вот у меня друг уже лисички нашел. Мне еще ни одна не попалась за сегодня. Сколько ты их нашел? Штук 7? Да, мало-мало. Есть. Вот такие вот узенькие грибы. Вот, друзья, представляете, сколько вот из этих вот мелких потом нарастет больших опят. Пока только хожу, облизываюсь. Такие пеньки через каждые, наверное, метров 10 попадаются. Вот опять, прям смотрите, все усеяно. Вот и мне попалась лисичка. Маленькая, но попалась. Так вот лежит поваленная береза. На ней поганки, поганки.
А вот тут вот так вот раз. Опята. Вот вышли в такой осенний сказочный лес. Смотрите, какая красота. Березки. Вот, все, продвигаемся дальше и дальше. В чащу леса. Чуть-чуть начал накрапывать дождик. Вот, друзья, очередной зародыш опять попался. Опять же, смотрите, сколько их здесь много. Только-только-только вылазят. У меня там уже друг кричит. Просто все усеяно. Жалко, что мы рано приехали. Так вообще просто сказка. Только опять. Ну вот эти вот, кстати, можно собрать. Вот эти вот уже нормальные. Сейчас чем и займусь. В общем, нашли вот такое вот местечко. Очень шикарное. Опять прям немерено. Если получится, дня через три сюда приедем. Сейчас выйдем на трассу, запомним, где оно находится. А вот, кстати, вон тоже пенек прям передо мной. И тоже весь в опятах. Увидите, не увидите, не знаю. Подойду, покажу. Вот, смотрите. Вот они. Правда, маленькие все еще. В общем, дня через три сюда надо ехать и собирать. Ну, а сейчас мы уже, наверное, будем закругляться, потому что пошел дождь. На улице прохладно, так что будем двигать в сторону дома. Ну вот и все, друзья, находились мы. Время 3 часа дня. На улице пошел дождик, пока мелкий. Ну, вообще сегодня передавали сильные после обеда. Поэтому собираемся домой. Насобирали немного. Я вам показал, как они растут. Думаю, дня через 3 мы еще сюда поедем и накосим уже как надо. Всем пока. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Топаем до дому.